Вот так вот. Ове, вы на канале Сиковадит, это Ас, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Outlast. Поехали. Да. Значит, сбежали мы сюда. Не видно нифига. Ого. А ты вообще допрыгнешь туда? Ты уж постарайся, давай. Ну да, постарался. Так, тут никого? Ладно, давай без камеры. Давай без камеры. Оп! О, нормально, держись. Молодцом. Закрыто. Батареечка. Ну погоди, батареечка, я тут еще эту не отюзал. Там ходит нахрен. О, это ты убийца, маньяк, психопат конченый. Ладно. Что здесь? А здесь что? О, рация! Ну да. Я ее встречаю здесь уже не в первый раз. Брать нам ее не надо. Ладно, давай перезаряжай. Ага, и бери. Следуй за кровью, блин. Я постараюсь. Давай, следуй, Майлз. Как тебя попросили, за кровью. Вот тут упасть нефиг делать. Он, посмотрите, он на одних пяточках там. Вообще. Прыгает сюда. Оп. Давай, давай, давай. Вот там. Его. Ага. Только не вызывайте этого толстячка. А то что-то тут такое место подходящее и располагающее. Кто там, блин? Это можно обделаться. Так, так, так. Опа. Батарея. Хорошо, что батарея. Даже очень здорово. А как мне вообще подняться, а? Давай. Ага, давай еще разок. Это мы здорово так быстренько спустились. Я уже, собственно, и тени начинаю немножко побаиваться. Ну, будем знать, что там эта батареечка лежит, хотя мне она вряд ли понадобится. Я уже уйду к тому времени. Отсюда. С этой локации я имею в виду. Там кто-то стоит. Или так кажется. Не, это дырка. И не. Так, на улице что, уже расцветает? Что это такое тут у нас? Коротко ли, долго ли? Ну, как договорились, ребята. Дайм сами, значит. Я уж как-нибудь потом там при сведении прочту. Мне же, конечно же, интересно. Что это нафиг? Ой, да. Естественно. Клозет? Нет. Ладно. Это очень напоминает, на самом деле, смерть, которая близка. Еще громко так ты ступаешь. Это чего такое? Ага. Мне вот что-то так кажется, что батарейка у меня совсем в обрез. И там, где я вижу фотоаппарат, мне автоматически кажется, что должна быть где-то и батарейка там. Но ее там нет. Как-то это связано с тем, на каком уровне сложности я начал играть или нет? Нам сюда?
Да-да-да, что ты кур лычишь? Что это такое? Ну и? Ложь? Кто ложь? Клади, может быть? Что здесь нету? Перепрыгнуть-то дело нельзя. Ладно. Ну, значит, сюда. Да-да, не курлыч. Ой, нет, закрывай. Ты что? Ты даешь. А куда же, куда же? А куда, куда, куда? Тогда. Нам. Закрой, закрой. Или они меня не тронут? Ой, тронут. Еще как тронут-то. А спрятаться можешь ты здесь? Нет? Меняй. Проскочил. Ладно. Тут он не один, да, я так понимаю? Главное в темноте на него не навалиться. Вот до хрена было батареек, и я накаркал, да? Да как это ты здесь? Очень здорово. Так. Нет меня здесь, нету? Но зачем ты сюда пошел? Ублюдок! Ай, открывай дверь, открывай! Чего они здесь ходят, эти голые ублюдки? Больные на голову. Они мне что-то сделают или нет? Не слышал он? Где он вообще ходит? Тихий. Ладно, давай сюда. А, закройте двери. Чёрта. Неужели это ты? Неужели я тебя нашел? Где ты? А, вот сюда. Давай. Есть тут что-то, нет? Ну, в принципе, тут пока видно еще. И особо не ощущается, что у меня... Что-то мне кажется, что он не допрыгнет. Только я так думаю. Ребята. Ну, ладно. На! Оп! Давай! Вот. Не-н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 е! Залезай, залезай, залезай! Залезай, конечно же! Майлз, давай! Ну все, я без света. Крутяк. Вот здесь начинается самое веселое. Серьезно? Да? Серьезно? Вот правда? Мне вниз ты предлагаешь? Тут же только что шизоид ходил. Ой, да ладно, сколько я уже повторял раз. А она включенная там лежит. Сколько я раз повторял, что только выйдет какой-то шизофреник. Их побродить. И Майлз сразу туда ломится. Его прям как это. Как медом помазано. Чтобы ориентироваться в темноте, нужна камера. Это, блин, очевидно. А батареек я взять не могу, пока камеры нету, да? Хотя у меня там... О, может могу?
3. Отлично. Мог бы взять фотик, вспышкой их гасить. Но я не знаю, слеплять хоть на время. В принципе, когда выходишь из кромешной тьмы, то нормально, сгодилось бы, я думаю. Что так громко-то здесь у вас? Одно радует. Хотя, может, и не радует. И я думаю так. Пока нет камеры, в особо темные места они меня не загонят. Потому что я же не могу ориентироваться без камеры в темноте. Да что так громко накапает прям по башке? Давай, ну вот, вот так. Но я же могу ошибаться, они возьмут и загонят сейчас в темноту, в темень, в такую жопную. Шоу-шоу называется, и дошел до того, что камеру потерял. А это они еще... Да ну на... Кошмар. А это они считают, что это не темнота, да? Вот это вот не темнота, блин. Дядя Шиз, я, наверное, к тебе не буду лучше подходить, хорошо? Ты себе сиди там, качайся, вот это вот как лобанос. Батарейка? Это не батарейка? Это не батарейка, блин, они меня сбили. Лобановский меня сбил. Так, так, так. О, вон свет от моей камеры. Хера не видно. Не, это здорово, конечно, что я сейчас ее возьму, только мне страшно ее брать. Обычно, потому что, когда такое случается, то... Найти способ попасть на третий этаж. Она целая, она вообще... Да ну прыгай, 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 Майлз! Сука. Я знал, что это будет. А, намекают они, значит, на погоню. Давай, настрой. Ага, молодец. Давай. А, нет, она не такая же и противоударная, как мне показалось сначала. Она немножко покоцалась. Закрывай двери. Так, а сюда нельзя. Угу. А здесь закрыто явно? Да. Ага. Гаси. Так. Способ, говорит, найти. На третий этаж попасть. А мне тут спрятаться негде, да? Негде, а куда же? А, вот сюда же? Ну, давай, давай, Мэлс! Уже по жопе получил, давай! Все, есть. Все, они ушли. Ну, по заднице дал он чем? Мачетом или ногой, я не знаю. Или кулаком в спину двинул. В смысле, отодвигай, чего это? Нельзя? А, точно, мы, короче, возвращаемся. Шли по следу, шли по следу. А теперь возвращаемся. Так. Это же нормально, здесь никого не должно быть, да? Никого. Угу. А может, дяди сюда и проломятся сейчас? Возьмут. А, мне нужно сделать круг почета? Конечно. Давай. Так.
А! Ты чего? Майлз, куда мы попали? Батарея садится для таких приколов. У меня до сих пор сердцебиение не восстановилось. После тех придурков и после того идиота, который выскочил. Вдруг, внезапно. По-хорошему, в эту игру, когда играешь, она всегда такое. Не в норме, а чуть-чуть повышенная. Держит в тонусе. Кардиостимулятор, мать его. А вот я и забыл совсем, что здесь такая лажа произошла. Сейчас же разобьется нахрен, да? Не, не будем так делать, значит. Может так как-то, нет? Не, нельзя. Ладно. Поищем другой обход. Да здесь, наверное, уже можно и спрыгнуть. Или нельзя? О! Давай сюда. Ты чего? Смотри, какая дырка здоровенная. Давай! Ладно. Так, найти способ. Эта дверь открывается? Нет. А вот так, может быть? Нет. Сейчас найдем способ, ё-моё. О! Ну давай! Вот. Угу. Не надо было круг почета делать, Тед. Так, хорошо. В административном блоке. Если бы этот Мартин не был такой придурочной гнидой, он бы никуда не слинял бы. Ага. Ну, здорово. Есть здесь где-нибудь батарейки? Нет. Откроешь? Хрен откроешь ты. Ну, в этот раз хоть до того, как я туда ступил, она сломалась. А если обойти, то что? Ну, ладно. Живых остался, поэтому... Так. Ты нормальный? Ты вменяемый еще, да? Лишь один выход. Лишь один. Да-да-да. Можно я закроюсь у тебя? А то ты немножко психом выглядишь. Откуда ты знаешь, что ты не пациент? А действительно, хороший вопрос Шизик задал. Откуда я знаю, что я не пациент? А может действительно это настолько дурка плачет по Майлзу, что это ему все привиделось? Я в это, конечно, не верю. Ну или слабо верю. Но хрен знает. Сплошные сохранения. Когда они нужны, их нет. Толстячок. Ух ты, какие здесь апартаментищи прям. Офигенные. Мне кажется, или толстячок сюда идет? А можно в камине спрятаться? Там кто-то ходит, ну явно. Толстячок или его... Или его братаны. О, да. Но я надеюсь, камин нормальное место, чтобы спрятаться. Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько можно уже? Нет, ненормальное место. Вообще место дерьмовое. Откровенно говоря, надо было за столом прятаться, как я изначально и думал, но потом посмотрел, что камин темный такой. Решил спрятаться за ним.
Здесь не спрячешься. Он нас засек. Да прячься. Во, вот здесь не должен засечь. 100%. Да. Это как-то не прячься. Маст, что ли, сошел? Да почему? Понятно. Хорошо. Пока он будет выламывать двери, надо куда-то валить отсюда, потому что здесь слишком светло. Бояться надо света. А может быть, надо туда, где темно, наоборот, прятаться. Так, так, так. Все, тут не увидишь? Не учуешь? Все, я спрятался. Я в домике. Нет, не должен. Не, не должен. Все нормально сейчас будет. Да. Пойдет дверь вышибать. Только не говорите, что он унюхал меня. Да ты гонишь. Это было... Это он так шутит. Это у него такое чувство юмора дебильное. Ну вот. Сейчас раз и затаился там за стеночки. Я слышу, как он идет. О, с него говно капает. Или это Смайлза? Понятно, двери выколачивать он мастак. Откройте двери. Куда он пойдет? Налево, направо, направо, налево. Сюда он пойдет. Давай, вышибай двери. Ну что, ты вышибешь дверь? Ну? Сейчас будет какую-то вышибать, я в другую выйду. Я так думаю, по крайней мере. Или нет? Где он ходит, блин? Очень близко, кажется. Стоял и слушал за дверью, придурок. Ладно. Сейчас что-то будем думать. Все, ты меня не увидишь. Я спрятался. Тыблочка! Да как это? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Чего он сейчас засек-то? Майлз слишком громко дышал, да? Я так понимаю. Ага. Закрывай. Ну да. Вот сюда мне надо. Давай, давай. А тут не было батареек? Не было. Повороты тут есть? Есть. Только не обломись и не упади. Давай, перезаряжай. Я уж чуть не подумал, что это этот. Толкай его. А давайте слазим туда. Мне просто катастрофически любопытно, что там может быть. А что, это открыто здесь?
Нет, закрыто. Любопытно, что там такое? Он мне может выковырить из воздуховода? Ага, что это? Это так сказывается падение, что камера ебить начинает. Время от времени. Ну, допустим. Что-то такое. О, ну это тем более сами прочтите, да, ребят? Как-то так. Курт. Ой, давай обратно сюда, наверное. Нет батареек здесь? Нету? А то я так подумал. Что они мне нужны? Давай, давай. Ну ладно, там есть заход сюда. Как вычислить, куда надо-то? Сейчас будем разбираться. Толстый он, главное, такой. Вот вроде как по системе действует, а бывает что-то как выкинет. Нормально сохранение. Ты, это он. Это я. Я должен сказать тебе, ключ к дому бога в театре. За светом в да? театре. За вот свет. Спасибо. Посмотри, за светом в театре. Добыть ключ в зале отдыха. Серьезно? Они теперь за мной побегут, что ли? Еще одно. Записи поперли. Угу. Хорошо. Ну да, опять фотоаппарат. Батареек нет. А там можно было пройти, да? Это дверь вообще или что это за херня такая? Что с ней сделали? Это толстяк через нее входить пытался? Да нет, вряд ли он бы вошел. Хоп и нет. А-а-а! Блин, это же самое начало. Посмотрите, вон там вот через это меня выкинули вниз. Буквально чуть-чуть не дошел. Стой, даже спуститься можно? Нет, закрыто. Вернулись в самое начало, значит. И что-то хотим. Что нужно? Ключом. Ключ в зале отдыха. Значит, там зал отдыха, да? Да тут эту дверь вообще выбивать нифиг делает. Ты чего? Да тут головой об стены бился. Ребята, спокойно. Тихо, нет, я вхожу. Вот кий бы взял, это ж такое оружие. Кайфовое. Тут такое было? Отблески какие-то. А здесь? Да, мне нужно вот как раз сюда. Ну, допустим, обойдем. Не беда. А наверх или вниз? Да как вы меня достали уже? Я вот мечусь туда-сюда. Вроде туда надо. Ну, вот здесь, вот наверху. А внизу, может быть, батареечку найду я. Да ну. От кого? И здесь должны быть батарейки, наверное. А может и нет, может это просто... Мне они так нужны, эти батарейки, что я уже хочу, чтобы они везде были просто. Абсолютно везде. Угу. Приплыли.
Давай, Майлз, опять по бордюрчику. Ты хоть и не принц Персии, но по бордюрчику ходишь профессионально. Я так не смог бы. Давай туда. Сломай себе ничего. Ну это ж выход. Я бы в эти двери ломился всем, чем хочешь. Лупенил бы в них. Кто стучит по трубе? О, тут шизика даже рояль есть. Что ты мне скажешь? Заштопка ты. Не? Не выживет никто? Ох, я бы с тобой согласился. Но жить охота! Вентиля, рубильники. Замуровали, в общем, этого пианиста. Пианиста-рояльщика. И так вот, нежданно-негаданно, осталась одна батарейка. Даже половина батарейки. Вот этот вот зал ожидания или зал отдыха. Интервью записано 27 декабря 1985 года в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Допуск Сьерра Альфа, объект Рудольф Вернике, 14866. Ага. Кадры настоящие. Давайте посмотрим. Ничего не делали? Никакого обмана? Нет. В июне 1943-го вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга. Да. На вскрытиях обнаружилось, что опухоли были твердые, как свинец. Это их убило? Как пипец были твердые. Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы... Вам сложно понять, что мы чувствовали. Да? Так попытайся объяснить. Во что верили? Тот всепоглощающий страх... Экстатическая ярость. В общем, все повторяется. Английских слов. А куда пианист ушел, а? Это больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Да, я уже заметил. Вы утверждаете, что для эксперимента требовалось... Близок. Неодолимое безумие. Только действия, которые познали достаточно страха, могли активировать... Положите трубку. Серьезно? Тебе нужно найти Вернике. Один выход. Да? Спасибо. Так. Руки не мешало бы мыть почаще. 19 сентября 2013 года, 4.19, написал некротический фасцит. Серьезно? Нафиг я ухожу? Нафиг, уходи. Говорил, когда говорила, да? Да дайте ж батарейку, хоть одну. Это я их так налево-направо, да? Тратил, вот и дотратился. Давай. О, вот она. Вот она, родненькая. Батареечка, давай. Концумир. А мне ж сюда надо, ты чего? Ты чё, она ушёл? Да как это? В смысле? Ну открывай давай. Майлз, давай. Всё, он ушёл, открывай. Ну ты чего? Нет? Это типа как-то странно даже. Не пойдешь сюда? Это единственное место, в которое ты не идешь, да, когда там стрём случился.
Убежал. Украл что-то и убежал, явно. Закрой с собой двери. Как он тут вообще смог? Он тоже принц Персии, что ли? Нафиг. Ну ползи, ползи. Как она громко трещит-то? Серьезно? Прыжок веры? Ну давай. Давай! Молодец. А теперь тут открыто, да? Ну вот и замечательно, собственно. Ключ взяли. Пленки лежат. На этом мы сделаем паузу. Всем спасибо, вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент. Не забывайте про полезные ссылки в описании видео. И бабай!